Эпоха забрала сегодня Ирину Петровну Мирошниченко. Ей 24 июля исполнилось 81 год, а сегодня ее сердце остановилось. Никто в этом мире не остается. Все мы будем помнить ее. Хорошие были роли, хорошая актриса. Но, как говорится, эпоха никого не оставляет. И поэтому она ушла. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. Эпоха никого не оставляет, и мы уйдем вслед за нашей эпохой. Каждый в свое время.